Урок дорожной безопасности провели во вторник сотрудники ГИБДД для школьников Ивановской области. При помощи высоких технологий учащиеся 21 и 30 школ города Иваново, а также Вичугской, Родниковской и Калиновской школ одновременно смогли присутствовать на этом уроке. Чем может быть опасна пустынная улица, гимназия номер 30? Пустынная улица опасна тем, что может внезапно проехать машина, которую вы не ожидаете. Правильно. В последнее время случаи дорожного травматизма у детей участились. Чтобы предотвратить возможность ДТП, сотрудники госавтоинспекции объяснили ребятам, какие опасности могут подстерегать их при переходе проезжей части. Сотрудники госавтоинспекции могут привести какие-то статистические данные, поскольку они очень заняты у нас на дорогах, то есть следят за соблюдением правил дорожного движения. И выйти в школу всем постоянно они просто не могут. Поэтому я считаю, что такие интерактивные уроки довольно актуальны в наше время. То есть это, во-первых, какие-то статистические данные, то есть, во-вторых, это использование каких-то игровых форм. После лекции сотрудники ГИБДД ответили на вопросы школьников. С урока дети вынесли для себя много новой и полезной информации. У нас сейчас раньше стало темнеть и стало опаснее переходить дорогу. И чтобы не попасть в аварию, мы будем пользоваться правилами, которые нам дал этот урок в видео. Такие видеоуроки, считают сотрудники ГИБДД, должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса. Ученики с ними согласны. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.